Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о первых 5 уроках для желтых поясов Лао Фэншань. Для тех, кто уже прошел достаточно емкий и достаточно обширный курс, связанный с освоением программы белого пояса. И для тех, кто сдал тестирование уже на желтый пояс, собственно, поздравляю вас с этим. И в этих уроках, ну, в первых 5, по крайней мере, о которых мы сегодня говорим, затрагивается достаточно много тем, с одной стороны, с которыми вы уже знакомы с предыдущего курса. С другой стороны, это и расширение ваших возможностей, расширение вашего кругозора боевого и новые решения, естественно. Я сейчас не смогу перечислить все темы, которые затрагиваются в этих уроках. Для того, чтобы с ними ознакомиться, наверное, надо посмотреть на описание к этому видео. Там все об этом изложено. И, собственно, уроки представлены на 3 языках. Вы можете выбрать тот, который вам ближе. И курс для желтых поясов во многом меняет, собственно, ваше представление о бое, ваше представление о тренировочной вашей практике, ваше представление о спарринговой вашей практике. И здесь мы не только, как было уже сказано, расширяем ваш кругозор и ваши возможности, но и смотрим на боевую ситуацию, смотрим несколько с другой стороны, осваиваем ряд таких техник, с которыми вы не знакомились на протяжении предыдущего курса. Поэтому этот курс, он такой достаточно своеобразный, по крайней мере, вот эти вот первые 5 уроков, о которых мы сегодня говорим, хотя и весь курс для желтых поясов тоже достаточно своеобразным может показаться с той точки зрения, что здесь во многом меняется угол зрения на боевую ситуацию. И это не означает, что то, что вы проходили в предыдущем курсе, надо забыть, изменить, что-то трансформировать и прочее подобное. Нет. На самом деле это возможность для вас поработать совершенно другим способом, использовать совершенно другие методы, чем те, с которыми вы были знакомы. Ну и кроме этого, конечно, вы освоите целый ряд новых технических элементов, несложных, целый ряд техник, когда у нас ряд технических элементов сочетается между собой и превращается в такую технику, когда вы выполняете одновременно несколько каких-то действий, приводящих одновременно же к тому, чтобы вы достигли различных целей, да, в одно и то же время, еще разочек. Так что этот экскурс в мир боевого искусства, в мир Лао Фэншань, я думаю, будет не безинтересным. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео, как и множество других ссылок. А я вам желаю хороших тренировок.